Сразу два резонансных пожара случилось в Горках Ленинских. 21 сентября в СНТ Вятичи произошло возгорание в частном жилом доме, в результате которого погиб одинокий мужчина пенсионного возраста. Причины устанавливаются. На настоящий момент приоритетной версией считается неисправность или неправильная эксплуатация печного отопления. Надо перед отопительным сезоном очищать дымоход и очищать также дымоход и печь не реже одного раза в три месяца. В том числе необходимо постоянно смотреть, значит, за состоянием своих электросетей, тоже проводить замер сопротивления изоляции. Днем ранее, 20 сентября, по адресу Северный проезд, дом 6, произошло возгорание в квартире, где проживал одинокий пожилой мужчина-инвалид. В результате пожара он также скончался. Причиной трагедии стало курение. Погибший уснул с сигаретой в руках. В администрации Ленинского городского округа состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Предусмотреть увеличение проводимых межведомственных рейдов по обследованию мест и условий проживания неблагополучных многодетных семей, также семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, то есть лиц и других лиц группы риска. По итогам заседания комиссии были приняты меры предупреждающего характера. Территориальным отделам поручено провести профилактические беседы как с населением частного сектора, так и с жителями многоквартирных домов. В Горках Ленинских до 25 числа сходы будут проведены и в СНТ, где произошла трагедия, и, соответственно, в поселке Горки Ленинские. Иные территориальные отделы подготовят график, направят ваш адрес для полноценных встреч с населением и разъяснения всех пожарных норм. Такая встреча с жителями уже состоялась в СНТ Вятичи. Собравшимся рассказали о правилах пожарной безопасности и раздали информационные листовки. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.